мероприятие фестиваля боевых искусств «ТАФИСА». Сегодня в Аквамоле проходит встреча иностранных спортсменов и почетных гостей. Все началось с эффектных и разнообразных показательных боев. Борцы показали, на что способны прямо посреди торгового центра. Далее перешли к официальной части. На встречу с говорящим названием «Welcome ТАФИСА» приехал Джухо Чанг, президент Международной ассоциации спорта для всех. Его радушно встретил Александр Смекалин и директор ульяновского филиала Почты России Андрей Чернушко. Какая связь между почтой и спортом и что было дальше, расскажем в следующих материалах. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ул Правды ТВ.